Идем далее. Вот уже во второй раз в Кунгуре прошел городской смотр-конкурс «Дружин юных пожарных», посвященный Дню пожарной охраны, который празднуется 30 апреля. Участие в конкурсе приняли школьники среднего звена из 8 школ. Ребятам было необходимо выполнить 3 задания. Первый – визитная карточка, где команды рассказали о себе и о своей работе по пропаганде пожарной безопасности. Самым ярким заданием стала эстафета «Быстрые и ловкие», где команды соревновались в скорости одевания экипировки огнеборца. Третье задание было теоретическим. Команды хорошо подготовились и с легкостью ответили на все вопросы. Но сегодня ребята подготовленные очень даже хорошо. То есть видно, то есть не только практически, теоретически. Ребята уже все одевают, как пожарные, боевую одежду на время, на очень короткое время. По результатам смотра конкурса лучше всех о работе брандмейстеров знает команда 01 из 12 школы. На втором месте огнеборцы из 18 школы. Замкнула тройку лидеров команда БОСП из школы номер 21. Победители городского конкурса отправятся на краевой этап смотра конкурса «Дружин юных пожарных».